скажите, что это не чудеса. Та же самая лодка обгоняет меня второй раз. Автор сюжета Крис Картер. Истина где-то там. Ну, а в общем, и на самой реке Воронеж можно найти тоже вот такие живописные местечки. Ох ты! Окунь прямо на меня попёр, чуть не врезался в меня. А, ну вот вам почти лавай. Очень быстро мы добрались до старой Козинки. И нас приветствует старый знакомый. Хотя уже с новыми перилами. Это тот самый мост, до которого мы когда-то добирались вместе с Катериной. Вверх по течению. И это было уже 2 года назад. Как быстро летит время. Какой же пролет мне пройти? Наверное, вот тот левый. Кажется более чистым. Так, пожелайте мне удачи. Удачи, сумасшедший! Нет, похоже, это какой-то другой мост. Это не наш мост, а чей-то другой. Ох, как красиво тут. Ну вот еще один мост. Да нет, все верно, это тот самый мост. И отсюда мы как-то начинали сплав до Кривца с двумя чудесными собачками, самоедами. Беленькими такими. И с отличной компанией. И с Димой, с Афанасьевым. А похоже, сейчас начнется дождь. Ну что ж, как-нибудь будем его пережидать. Я скажу вам, как персонаж из известного мультфильма. Кажется, дождь начинается. Поэтому пришлось вот так вот мне на себя напялить дождевик. А как пиранья устроилась, я сейчас вам покажу. Байдарку я сверху укрыл вот так, хотя, конечно, правильнее было бы ее перевернуть, но со всем тем объемом вещей, которые в ней есть, ее перевернуть практически невозможно. Поэтому я думаю, что этого будет достаточно, чтобы как-то переждать этот дождь. Но когда он пройдет, это покажет, спасло ли его или нет, это укрытие. Буду сам тоже куда-нибудь прятаться. Ух, красиво. Ну что ж, по всей видимости, своими приготовлениями к дождю я его сильно напугал. Он куда-то обошел нас стороной, поэтому я решил пока это все не снимать и двинуть дальше. Ну, потому что на берегу сидеть, ну, честно сказать, совсем не интересно. Хочется идти дальше. Тем более места предстоят самые что ни на есть заповедные. Ух, я думаю, что все это мы увидим. Ну и если пойдет дождь, то мы к этому тоже готовы. Поэтому вперед. Приключения нас ждут. Ах, какое же здесь место красивое. Еще эта банька с флюгером. Просто загляденье. Вон там, на берегу.
Надеюсь, ее видно. Вон она. Красиво. Да-да, друзья, не удивляйтесь. Впервые за 2 дня нам встретилась моторная лодка. Секретные материалы. Ну, конечно, еще рановато, мне кажется. Тут все-таки не очень проходимые места для мотора. Паранормальные. Еще скажи, что это не чудеса. Та же самая лодка обгоняет меня второй раз. Джиллиан Андерсон. Сюжета Крис Картер. Истина где-то там. Ну, а эту лодку с названием «Калипсо», я думаю, все помнят по предыдущим фильмам. Но сейчас вы понимаете, что это плоскодонка. Все-таки хорошо, когда есть у лодки название. И коли уж я завел речь о названиях, напоминаю, что эта моя байдарка называется «Пиранья». А название такое она получила за то, что укусила меня в самый первый момент нашего знакомства. Но с тех пор мы дружим. Так бывает. А палец уже давно зажил. А название осталось. И разве может быть много красоты? Нет. Здесь места становятся все красивее и загадочнее. Куда-то делась эта моторка-призрак. Если она обгонит меня в третий раз, я даже не знаю, что и думать. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сейчас уже вечер, и стало так прекрасно. Ветра нет, всякие вот птицы летают. Жара немножко спала, и впереди вот такой вот сосновый бор. Рядом с этим бором есть такое загадочное местечко. Дальше, конечно, пойти невозможно. Но выглядит это все просто фантастически. Это то самое местечко, где мы останавливались 2 года назад с Катей. И где лисенок стащил у Кати сок и погрыз веревку на моей байдарке. Сегодня здесь компания, которая, как они мне объяснили, уже 2-ю неделю здесь отдыхают. Но места здесь, конечно, красивые. И такой сосновый лес. Просто мечта. О, красиво. Ну и вот солнце уже к закату. И я нашел местечко, где буду ночевать. Прям вот такой вот пляж. И я думаю, где-нибудь здесь поставлю палатку, чтобы любоваться на воду и на закат. А на сегодня всем, я думаю, пока-пока. Достаточно.
Ну разве же можно просто так закончить репортаж из такой красоты? Я сейчас искупался. Это величайшее блаженство, которое можно испытать после целого дня гребли. Так хорошо искупаться. И так хорошо сейчас будет поужинать. Ой, еще птицы поют. И душа поет.